організації громадського телебачення Полтави, у нас виникла така ситуація. Зараз проходить сесія Полтавської міської ради. Людей не пускають до сесійної зали. Перед входом стоять невідомі люди у формі. Не пускають людей в сесійний зал. Я ще з Олегом Володимировичем так називаю. Мимо проходил человек в форме сотрудника милиции погоны полковника. Визуально он был похож на начальника Октябрьского РОВД. Я попросил его устранить правонарушение и предъявить, согласно статье 5 закона Украины про милицию, служебное удостоверение. Он сказал, у него служебного удостоверения нету с собой, и этот человек ушел. То есть, во-первых, неизвестный человек в форме без служебного удостоверения ходит. Обратились к нему люди, попросили представиться и устранить правонарушение. Он ничем людям не помог или и все. То есть он был похож на... Я тоже могу не носить, быть в форме. Тоже же ничего нет такого. Хорошо, тут еще есть сотрудники милиции, майор есть, капитан, много сотрудников милиции. Мы их попросили устранить правонарушение, чтобы люди могли попасть в сессионный зал, потому что неизвестные люди в форме блокируют. Алло. Да. Ну, сессионный зал, сессия у нас открыта. Это, ну, коммунальная властность. То есть любой гражданин может попасть. Да нет, я все это понимаю. Если он там переполнен. Он не переполнен, зал. У нас проходит судебное заседание по Кернусу, там тоже зал переполнен, но пускают. Как бы. Инициативная группа, что до испытания художней школы. У нас открыта, сессия открыта. Меня пускают, я журналист, меня пускают. Не пускают людей, граждан Полтавы. Тут пришли, ну, люди, инициативная группа, там вопрос там, ну, будет решаться. То есть люди, ну, пришли на сессию. То есть почему-то тут люди стоят, выбирают, кого пускать, кого нет. Не-не, я все понимаю. Там, вы же понимаете, последнее шоу, ну, понял? Ну, последнее шоу, у нас шоумена сегодня нету, слава богу, понимаете? Ну, капли на шоумена нету. Тут люди, тут женщины, они не вооружены, ничего. То есть, ну, нормальные женщины тут... Ну, тут есть вот сотрудник милиции, майор, который вот вроде бы заинтересовался нашим вопросом. Ну вот сотрудник милиции рядом есть, майор, он может, ну, обрисовать ситуацию, кто это за люди и почему не пускают. Это Олег Владимирович, ваш, ну, начальник. Скажите, что здесь происходит? Майор міліції Гнатенко, Полтавське управління. Я думаю, в обставині звернення зареєстровано, я за допомогу звернення громадян було зареєстровано. Зараз представник вийшов з міської ради. Він пояснює, що місць там немає, люди запускаються по питанням, по яких розглядається зараз конкретно. Типа, по кожному йде питання, яке розглядається, туди запускають. Алло. Так, слухай. Я сказав, що писали заявлення і, ну, пускали. Анатолій, з ким іменно ви общалися? Це був начальник управління Міністерства внутрішніх справ України в Полтавській області Олег Бех.